Здравствуйте, друзья! Вы зашли на канал «Родимый сердце уголок». Сегодня, знаете, хочу вам показать книги детские, которые я приобретала для своего ребенка и которыми я пользуюсь. Моему ребенку сейчас 2 годика, но эти книжки не только там на 2 годика, то есть это и старше. Вот. Но сейчас он уже начал много понимать там и рассматривать всякие картинки, и даже открывает сам книжку вот так, и там бурчит что-то там, вроде как сам рассказывает или читает, он видит, как мы читаем книги, и вот он за нами все повторяет. Я хочу для начала показать свою любимую книгу. Это книга «Мечта о трудных звуках». Ну, может быть, конечно, он еще маленький, он, конечно, это не читает еще, но читаю ее я ему. И вы знаете, даже для себя тоже очень даже интересно почитать. Видите, здесь он такой логопедический, азбука, народный фольклор, пальчиковые игры и речевое дыхание. Ну, прямо это даже для взрослого, вы знаете, очень хорошо. Я очень люблю эту книгу, она мне очень нравится. Я прямо ее уже ее всю сама перечитала и по нескольку раз. Смотрите, здесь какие яркие такие рисуночки, да. Вот смотрите, книжка делится на... Вот идет первая у нас, это считалки такие. Вот помните? Наши самые из детства наши аты-баты шли солдаты. Вот. Ну и все такое, все яркое. Вот. Это считалки у нас. Потом идет раздел пословицы. Вот. Было да сплыло, дымом пошло, огнем сгорело. Ну, то есть вот все наши, вот знаете, прям я когда читала, прям вот наше детство. Потом заклички вот такие. Туча, туча, дождь не прячь, Леся, дождик, дам калач. Тоже вот такое все яркое. Потом идут вот такие задания. В общем, здесь по буквам идет, вот, допустим, буква В, да? Здесь все такое с буквой В, в общем, читать надо. И здесь такие даже задания. Вот смотришь вот на эту картинку, и тебе нужно найти в этой картинке буковку В. В общем, даже, вы знаете, я здесь на некоторых картинках до сих пор и не нашла буквы. Какие-то задания очень сложные, не знаю, для детей это все. И вот так по каждой букве. Буква М тоже здесь читаешь все вот так. Потом задание выполняешь, здесь на картинке ищешь буковку М. Ну, в общем, так интересно. Теперь здесь у нас, типа, или, ну, тоже по буквам, в общем, здесь тоже такие, типа, стишки. Вот. Вот такая буква Я. Видите, как все красочно, красиво. Потом, ну, такие, знаете, так как скороговорки, вот что-то типа такого, вот, знаете, вот, жили-были 3 японца, як-як-цедрак, як-цедрак-цедрак-цедрони, жили-были 3 японки, цыпа-цыпа-дрипа, цыпа-дрипа-дрим-пампони, все они переженились, як на цыпе, як-цедрак на цыпе-дрипе, як-цедрак-цедрак-цедрони, на цыпе-дрипе-дрипе-пони. И у них родились дети, у яка-сыпа-шах, у як-цедрака-сыпа-дрипа-шах-шарах. У як цедрак цедрак цедронь, сыпа дрипа дрипа пони, шах шарах шарах шарони. Видите? То есть, честно вам скажу, это вообще для даже взрослого почитать очень даже прикольно. Это вот одно из таких стишков. Здесь вообще их прям ну, много. Очень прикольная книжка. И знаете, здесь вот еще такая вещь есть, как пальчиковая игра. Вот. Вот, допустим, да, вот я про медведей вот открыла. Смотрите, здесь, допустим, вот, ну, вы с ребенком же это все играетесь, и вот на пальцах вот так все показываете. Вот, допустим, идут 4 брата, навстречу им большак. Здорово, большак! Здорово, Васька указка, Мишка середка, Гришка сиротка и крошка Тимошка. Вот и ладошка. Ну, то есть, понимаете, это, ну, прикольно это. Здесь вот... Вот смотрите, здесь они вообще разные. То есть здесь идет стишок вот такой, да, и плюс еще вот такая пальчиковая игра. Здесь ее очень много, видите. И малыш вроде как за вами повторяет. В общем, все здесь здорово. Если вам что-то здесь вдруг будет непонятно,
то вот здесь даже есть вот как работать с этой книжкой. Все здесь описано, видите? Вот. То есть все игры, ну, очень интересно. Вот посмотрите. Это вот «Карапуз», такая книга. Только я вот не пойму, кто ее здесь выпускает. Сейчас я вам скажу, может быть, вы захотите. Здесь что-то не написано. Ну вот, «Карапуз», да? Ну, в общем, так. Смотрите, теперь вот такая книжка. «Добрые стихи малышам». Тоже очень прикольная книжка. Знаете, чем хорошо? Смотрите, здесь какие большие рисунки. Крупные такие, они яркие. И плюс такие вот небольшие стишки. Тоже прикольно. Вот, смотрите, как все крупненько. Тоже очень интересно рассматривать. Крупные рисунки им очень интересно рассматривать. Теперь смотрите, «Сказки, картинки Сутеева». Тоже очень хорошая книжка. Тоже такая яркая. Помните, вот наша вот эта сказка про зайца, вот именно вот с такими вот рисунками, иллюстрациями у меня была в детстве такая книжка. Вот, как он за яблоками ходил, тоже очень интересно. «Кто сказал мяу?» Ну, здесь вообще вот все вот именно сказки, добрые, добрые те наши сказки. Вот. И видите, прям иллюстрация, прям с моего детства книжка. У меня была отдельная книжка такая. Видите, здесь и зимний. Ну, тоже здоровская книжка. Вот такая книжка. Тоже очень ребенку интересно. Так, вот такая. «Лучшее произведение для детей от 1 до 4 лет». Тоже вот такой алфавит здесь. Смотрите, какие яркие рисунки, картинки. Здесь и стишки мы читаем, и здесь есть, ну, и в рассказе, то есть есть произведение, и вот петух да собака, видите, репка, лим-попо. Смотрите, как все ярко, красиво. Тоже здоровское. Ну и стишки. А здесь в конце вот угадай времена года тоже. Здесь такие, видите. «Сорвал листву с ветвей октябрь, укрыл листву снежком ноябрь». Такая книжка тоже. «Библиотека домашнего чтения». Здоровская книжка. Тоже очень нравится. Вот, «Сказки в стихах» Чуковский. Тоже вы знаете. Наш добрый доктор Айболит. Вот у меня сын очень любит слушать. Федот Иногор здесь. Ну, в общем, здесь зазвонил телефон. Тоже смотрите, какое все ярко. Вот. Любит у меня вот эту сказку. «Добрый доктор Айболит». Здесь тоже очень здорово. Смотрите, все как ярко. Такая вот книжка. Вот такая еще есть книжка. Ну, здесь читаем по слогам, конечно, у нас. Мы еще, конечно же, не читаем, но знаете, почему я ее иногда открываю, ребенку показываю? Посмотрите, какие здесь громадные картинки. Смотрите, рисунки какие здоровские. Видите? Большие какие, крупные. То есть вот именно для ребенка вот 2 лет вообще ему рассматривать, показывать, где глазки, где носик, кто это вообще, что это лиса, где вот лапки, коготки, ушки. То есть он это все показывает. Вот. Вот еще. Видите, вот так написано. Очень крупно. То есть для ребенка, который уже будет читать по слогам, посмотрите, как крупно все написано. И как красочно. Вот такая картинка. Смотрите, как все. Видите? Здорово, да? Сама книжка такая большая. То есть она нестандартная. То есть очень такая большая. Вот. Тоже. Даже здесь и вообще-то и написано крупные буквы. Вот именно для ребенка, который будет читать. А это я тоже так своему сынульке показываю, вот английский для малышей. Ну, мы не учим с ним английский, но я ему просто показываю, потому что здесь тоже, вы знаете, смотрите, как все крупно. Вот. Показываешь кошка, кэт. То есть, ну, ему тоже интересно. Он все это в игровой форме, сами понимаете, он там сейчас долго не сидит, то есть 5 минут
посмотрит эту книжку, другую надо показывать. То есть еще пока у нее усидчивости нету. Вот. Girl, девочка. Вот, тоже так интересно, видите, всякие и деревья здесь, и фрукты, и вещи, и все. Так просто показывать, даже по-русски называть. Ну и можно заодно и там и немножко английский ему показывать. Тоже, видите, как английский для малышей. Тоже она такая нестандартная, видите, она громадная такая книжка. Вот. Потом мы иногда я его еще и вот играем в такие карточки. Вот смотрите, это азбука. Вот такие карточки. У меня я показывала, у меня есть детский алфавит. Я вам в прошлом видео показывала. Видишь, А, Айболит, и с обратной стороны крупная буква. Вот буква В, Василиса, тоже крупная буква. З, Змей Горыныч. Ну, вот такая вот типа, видите. Ну, тоже интересно. Так показывать, я же говорю, сейчас пока усидчивости нету, а так немножко развлечь чем-то ребенка занять надо. Вот то в эту игру поиграем, то книжку почитаем, то в азбуку, вот, то у нас там есть карточки тоже в алфавит. Так что это вот все вот такие книжки, это вот я вам показываю книжки, которые мои вообще самые-самые любимые. Которые, ну, самая вот любимая, мы ее очень часто читаем, этого, конечно, это вот эта книжка. Замечательно. Если у вас вот вы увидите, вот купите, не пожалеете. Даже вот для себя. Мне, знаете, она как интересна вообще. Сама читаю вот эти всякие скороговорки. Вообще здоровские. Так что покупайте. Занимайтесь с детьми. Пускай они у вас будут все умненькие, хорошенькие. Все. Если вам понравилось видео, заходите, подписывайтесь. Пока.